Транспорт Верхневолжья расширяет свои маршруты. Большой синий автобус теперь курсирует и в городе Ржеве. Чуть больше, чем за месяц, он перевез более 3500 пассажиров. Наша съемочная группа проехала от конечной до конечной остановки вместе с ржевитянами и поинтересовалась, как оценивают они работу синего автобуса. Синий автобус транспорта Верхневолжья на дорогах Ржева жители города узнают издалека. Всем уже известно, что следует он от железнодорожного вокзала и до мемориала советскому солдату. Время в пути всего 25 минут. Новый маршрут оказался востребован у населения. Мы с подругой первый раз вот едем. Очень нужен. Очень нужен. Людям надо удобно же. Он сел, сел, посмотрел. Назад вернулся. Он каждый час ходит, да? Пока автобус совершает рейс, можно успеть сфотографироваться у мемориала, прийти через 25 минут на остановку и также с комфортом вернуться в город. Жители Ржева отмечают, что транспорт Верхневолжья не только открывает короткий и быстрый путь к мемориалу, но и стал верным и надежным помощником для горожан в будничной жизни. По будням ездят студенты, ездят до Ржевского колледжа. Ну и рабочие спрашивают, будем ли еще ходить. На дороге Ржева автобус выходит ежедневно в 8 часов утра, а уже в 23.00 следует в парк. Всего в день получается совершить 12 рейсов. Согласно расписанию, запланировано 12 остановок. На данном маршруте курсируют низкопольные автобусы, оборудованные видеокамерами, системами валидаторов. Они также предназначены для маломобильных групп населения. Данным маршрутом воспользовались 3500 пассажиров уже. В основном пик пришелся на выходные дни. Маршрут автобуса разрабатывался таким образом, чтобы он был удобен и практичен не только для гостей города, но и для горожан. Он делает остановки в таких крупных населенных пунктах, как Хорошево, Приютино, Аграрный колледж. Такое поручение было дано губернаторам Тверской области. Требовалось учесть все правила безопасности дорожного движения, синхронизировать работу этого графика, этого автобуса с другими маршрутами, которые сегодня работают на территории нашего муниципального образования. Посмотрели работу предприятий, социальных учреждений, сделали перемещение этого автобуса более комфортным. Мы слышим от жителей города Ржева пожелание возобновить и запустить на территории города Ржева большие автобусы. С середины декабря транспорт Верхневолжья запустит еще один маршрут. Брендированный, но уже белый автобус туристического класса, рассчитанный на 50 пассажиров, будет курсировать от Твери до Ржевского мемориала и обратно. Расписание и стоимость проезда будут известны чуть позже.